А, понял, Каван, спасибо. Так. Так, ну чё? В этот раз карта нормальная, хоть посмотрим на пульсу. Здорово, Моти. Даже не знаю. Ну, конечно, то, что они до Сокрушите сих пор не врагов. поправили. Заберите их гербы. Когда ты выходишь на орбиту, чтобы у тебя надпись нормально появлялась, это мем. Тихо. Так, мне не туда. Там греник забрали. А! Страшно. Кто-то с ним еще бегает. Кто-то свистит. Понял, что все сделать у него кринж. Ну, это 700. Где это 340-е пульсы. У них у всех примерно такой массист. Тратил время, блин, на каст. Фишки на дальность. За что так больно-то? Дайте пушку потестить, не бейте. Они вырвались вперед. Ну, если посланца нету, то сойдет, блин, конечно. Бежать! Теперь отсыпем градом пуль. Ой-ой-ой, хорошо вошло. Тремя соперниками меньше. А, он его успел убить, прежде чем я вообще даже ассист воспроизвел. А, ну что-то тут как-то неспокойно. Я не туда. Вот это я уклонился. Прям над попой пролетело. Выходить будете на нас, нет? А
один за другим. Все как один. Не, ну, два выстрела вот в голову, это, конечно, приятно. Вернись! Я тебя не добил! Пять минут. Здрасте. Победа может достаться вам, но может достаться и им. А вот этому не хватило, хотя, может быть, я не попал. Успел заметить. Ну, мертвец, конечно, шатает прицел только в путь. Но если ты хочешь все сделать, то в ПВП надо заходить. Окей, Вели, а там уж решай сам. Теми куполов, ну, такое. Тут, конечно, ульта откатывается быстрее, но, блин, 7 раз ультануть, это прям дико тяжело должен был запотеть. Я умный какой, я чел. Да, страж, вот это настоящее мужество. Что-то я не ожидал, что там еще один появится. Ладно, надо где-то палец поставить. 3 минуты. Деритесь храбро, и победа будет за вами. Пустил жучков 312. При новом месте, конечно, поставил, но меня убили иначе. Терял вот что-то. Привет, Хомлендер. Но пока чат стал удобнее. Это хорошо. На плойке он вообще там сейчас не работает нормально. Ай, не туда! Это их остановило. 2 по цене 1. Блин, почему я у них на респе? Здорово, баланс. Насрал он мне своими клинками этими. 1 минута.
осталось 30. Чемпионат мира по ПВП потеем. Блин. Как хорошо, что ли Монарх теперь не туда поет. Так, пацаны, тимшотим. Ой-ой-ой-ой. Беги, 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 шотик! Осталось немного. Продуманная тактика – залог победы. С каждым трусы наши. Гербом я начинаю уважать. Грязные трусы противника. Больше и больше, страж. Молодец. В принципе, если у вас посланца нету, то сойдет. Пульсовочка. Привет, архиватор. Сейчас посмотрим, что у нее там. Алайджа же. Так, ну вот, я бы себе на эту пульсу с откровения, конечно, выформил бы, если бы была бы возможность. Вот либо быстрый удар, либо не подходить. Хотя быстрый прицел, в принципе, тоже неплохо. Ну и последний слот говорец. Либо движущую цель на геймпад. Постижение Зен тоже сойдет. Ну вот так на клаву мыши, я не знаю, только разве что главореза. Потому что... Сорви голова сейчас, но если для PvP ролл выбирать, как-то совсем ниже плинтуса исполняет. Ну, во второй слот крупнокалиберки или рикошетки поставить. Но в третий я выбрал зауженный, хотя многие, наверное, чеканы поставят и забьют. Просто тут ведь у него взаимный обмен этот перк, да, из-за того, что первая половина магазина этого оружия увеличивает дальность стрельбы удобства. Можно, в принципе, на удобство подзабить малость. Тут вот народ на помощь прицеливания жаловался. Я вот если сейчас посмотрю. Вот у нас посланец же есть. 340 пульса, у него 39, точнее 37. То есть, по идее, в плане аим-ассиста эта пульса лучше, но у нее дальность хуже. Чем у посланца того же самого. Там-то можно сотку себе выбить. Ну, хотя тут перк не подходить есть, который прибавляет 10 пунктов дальности. Так, а если с полным калибром сделать? 76. Ну, 86, если с абсолютом на дальность. Не, ну так-то нормально получается. Неплохая пульса. Я-то думал, хуже будет. Насколько бафает вторая половина магазина? Блин, я свернул. Давай посмотрим. А они вроде писали в твабе. Посмотреть. Я просто не помню, какой это был.
Почему мне титаны не попадались? Блин, можно, конечно, приватки посмотреть, но я сейчас боюсь.